Всем привет! Короткое полезное видео, которое сэкономит ваши деньги, которое научит вас сделать топовый продукт. Вообще, если вы хотите это знать, подписывайтесь на мой канал, потому что уже как сделать тени дома, у меня есть видео, как сделать оттеночный гель для бровей, тоже есть видео. Сегодня я объясню вам, как сделать кушен, а в будущем я расскажу, как сделать патчи. Поэтому, девочки и мальчики, все, кто в условиях кризиса, о котором я говорю уже два, наверное, года на своем канале, который уже вовсю прет по всем фронтам, и уже у нас самые топовые блогеры говорят: «Боже, боже, как же сэкономить?» И уже блогеры, которые говорят: «Ну, все блогеры бедные». Мы не бедные, мы экономные. Вот. Не важно, что происходит, важно, как мы к этому относимся. Еще очень много умных и полезных мыслей на моем канале, поэтому подписывайтесь, а если нет, то тогда валите отсюда куда подальше. Итак, сегодня я вам расскажу, как сделать кушен. Перед вами вот такая вот пустая баночка. Баночки этой на данный момент год. Она год в пользовании, при этом она выглядит достаточно красивой и практически сияет как новая. Это кушон Хера. Это фирма, которая изобрела кушоны вообще на мировом рынке. Это они придумали, эта фирма. Это корейский почти что люкс или даже люкс. В упаковке было два вот таких сменника. Внутри губочка, я его разобрала, чтобы показать вообще вам, как это все работает. Здесь ничего не приклеено, вот там вы видите продукт, вот он на пальце. Это губка в формате N Natural, соответственно, дает натуральный, классный эффект, ровную светящуюся кожу, без морщинок, без проблем, мальчики и девочки. Те, кто озадачен темой, как выглядеть, особенно модели, это очень полезно. Объясняю, что нужно сделать. То есть, когда вы чувствуете, вот родная херовская губка, херовская звучит как-то это, но тем не менее, она уже реально выглядит замызганной, потому что продукту уже как бы времени-то немало. Итак, сегодня я решила сделать простую вещь. Я попыталась создать консистенцию, похожую на ту, которую, как мне кажется, положили в этот самый кушон. Итак, Vitalium Year Aqua от Chanel. Вот такое открытие от 100 рецептов красоты. Это лифтинг-гель для лица, ультраувлажнение, сок алоэ веры, зеленый чай и виноград. Потрясающий запах, прекрасно работает продукт. И вот такой Люми от Belle, это мейкап Skin Perfector Long Lasting 01 оттенок Light Beige. Вообще позиционируется как какой-то флюидный корректор. Вот. Что, в общем, практически корректор, но флюид типа все закроет и подсветит. Стихи. В общем, так, у меня остается минута 18. Я смешала эти продукты на руке, нанесла на лицо, и я получила то же самое, что мне дает кушон. То есть ровную, светящуюся, сияющую, обнаженную кожу, но при этом, которая очень-очень хорошо выглядит. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного, а те, кто только что пришли на мой канал, откройте плейлисты, и наверняка вы там найдете море всего. Я плевала на правила Ютуба с высокой колокольни. Там говорят, если вы говорите о косметике, вот говорите только о косметике и все. Если вы говорите об одежде, гардеробе, там моде, говорите об этом и все. Если вы говорите о фикс-прайсе, говорите только о фикс-прайсе. Я говорю обо всем. Я говорю обо всем, что касается нашей с вами жизни. Я стремлюсь сделать ее в некоторых аспектах интереснее, полезнее, чтобы вам было больше всякой разной информации. Поэтому я просто человек, и я не хочу быть каким-то форматным роботом или говорящей головой. Целую, люблю, пока.